Друзья, всем привет! Вот опять Мишаня на связи. Много из вас там в комментарии попросили, чтобы я показал, как делаю боксы для голубей из ящиков. Я еще не начал процесс паровки голубей, поэтому у меня сейчас все в приготовлении еще. Ну, решил показать, потому что в разные регионы люди паруют голубей по-разному. Кто-то и уже начал, кто-то еще думает, потому что в этом году погода как-то непонятная, потому что вот февраль на кону, а у нас вообще снега нету, ничего нету и не было. Вот я тоже думаю, начать, не начать. Ну, видео буду показать, потому что вот как они выглядят, они так и будут сидеть. Я двоих уже приготовил. Вот, видите, один чуть-чуть выше другим. Вот здесь. Вот, и голуби не мешает, не путает. Вот как-то так. Потом, если хотите, так по желанию, можете покрасить вот эти стены ярким цветом, красным, там желтым, зеленым. Это будет как ориентир для голубей. Вот гнезда. Это моя форма. Видите, она легко ставится, вытаскивается. Вот как она сидит там. Вот голубь заходит, там у него гнезда. Вот. Он с той пары рядом, никаких проблем с ней не будут, потому что между ящиками я ставлю материал, ну, как шторы, сверху вниз и все. Потом эти ящики между собой, вот проволокой, и так у меня сидят, могут 5-6 рядов. Высота у меня получилась вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот на такой площади уже 10 получалось. Так что очень удобно. Вот здесь еще есть один. Вот как он ставится. Вот. Место есть. Вот голубь заходит. Все отлично. Здесь я ставлю картончик, чтобы не засоряли друг друга на голову. Вот как-то так. Вот сегодня опять пророшенное зерно приготовил. Вот она как выглядит. В прошлое видео многие не поняли, почему я уксус добавлю. В процессе брожения, ребята, образуются не только полезные вещества, но и токсины. Вот благодаря уксусам, вот он уксус 9%, будем добавить в воду 1:3 и будем оставлять на полчасика в этом уксусе. Он все у нас здесь продезинфицирует, потом даем голубей. Чуть ставим, чтобы они сохли. Если есть сито, можете на сито поставить, чтобы чуть-чуть они сохли, потому что когда голуби видят, что зерно мокрое, они не хотят кушать. Но если голодные, будут сразу. Вот как выглядит белые усики. Здесь у меня пшеница и ячмень. Вот где-то 1,5 дня все этот процесс занял. Уже второй раз даю. Вот. Как-то так. Пробуйте, делайте. Не стесняйтесь. Чем больше витаминов для голубей дадите, тем лучше.